Жительница города Исиль Светлана Бурбер открыла в минувшем году строительный магазин в районном центре. Пройдя специальное обучение в рамках проекта «Бастау бизнес», она получила от государства 5,5 миллионов тенге на расширение бизнеса. Магазин у нас открыт не очень давно, то есть мы работаем с 19 мая 2000 года. До этого был магазин поменьше. Вот, ну, мы свою мечту реализовали в нем. Почему строительный? Потому что я считаю, что данный товар сейчас наиболее востребован. В магазине имеется все, что необходимо для строительства. Там реализуется более 200 видов строительных материалов. Конечно, все это очень удобно для жителей района. Очень радуюсь, что в Есильском районе открылся такой строительный магазин. Необходимые материалы и товары можно приобрести в удобные сжатые сроки. Цены тоже радуют, все недорого, ассортимент представлен разнообразный. Таким образом, у жителей района есть большое желание открыть свое собственное дело. Отметим, что сегодня в связи с эпидситуацией в стране обучение основам предпринимательства проходит в онлайн-режиме. Иван Однорог, Абзал Балтабаев, Василий Вережников, Жамбыл Болтаев, Кокши, Акпарат.